наверное, все забыли, что у нас иногда детей в школы возят на автобусе, прачуху возят, ходят, ездят на автобусе. То есть, еще раз, я повторю то, что не сказал Алла, но я хочу, чтобы все это понимали. Сохранение денег для того, приводит не Another change that's being proposed is they want to take the B44 select bus service and reroute it to parallel the B36 so it operates along Anthony Diaz, the Red Dash line, down to Coney Island Hospital. Okay. Они хотят поменять маршрут. Есть такой автобус, который называется Selective Bus Service. Он делает меньше остановок. Ну, вы знаете, эти длинные все автобусы. Да. Они хотят поменять маршрут, и чтобы он ехал параллельно кусочек, привозил людей к Униану в госпиталь. С одной стороны, наверное, это неплохо. Но с другой стороны, это совершенно не учитывает ситуацию, которая с трафиком совсем происходит. This change also will eventually result in service reductions to the B36 as some riders migrate to the B44 select bus service. То есть, если запустить автобус номер 44 по этому маршруту, это значит ни много ни мало сокращение маршрута 36. А то, что люди пожилые по полчаса... A far better idea would be to reroute the B44 select bus service to Kingsborough College. That will provide a much faster trip for Kingsborough College students who will no longer have to take the slow B49 around Sheepshead Bay Station. They'd say maybe 20 minutes. Under their proposal, they would have to take the B68, which means a lot of riders who are transferring from Crown Heights to the B49 would now have to pay a double fare. Окей, это в какой-то мере может помочь студентам Кингсборо колледжа быстрее добираться, но это не поможет людям, которые там издалека едут, и они должны будут ехать, если едут в Краунхайт или из Краунхайт, сделать пересадку, и это не будет пересадка, которая, вот знаете, вы пересаживаетесь, они так называются connected buses, и вы можете пользоваться одной и той же карточкой. Но в этом случае люди должны будут платить баж. Да. In fact, there isn't one single improvement in this entire proposal. So let me explain the rest of the map and then I'll open the floor for questions. I told you that the B1 was not being changed. Neither is the B36. Still going to go Avenue Z, Ocean Parkway, Neptune Avenue, West 5th Street, and Surf Avenue. That's still going to stay the same. The B4 and this... The B4. Маршрут 36-го автобуса не меняется за исключением того, что будут отменены некоторые остановки. The B4, they're going to be cutting the eastern end by a few blocks. The rest of the route up to Sheepshead Bay Station and along Neptune Avenue to Ocean Parkway will remain the same. But instead of going along Ocean Parkway, Avenue Z and Shell Road, it would now go straight along Neptune Avenue and up Stillwell Avenue. Okay, меняется четвертый, то есть уже он не пойдет по тому маршруту, он будет идти только по Neptune, он не будет идти не в сторону Ocean Parkway, а будет дальше идти по Neptune. Это говорит о том, что люди, которые живут один квартал на север или один квартал на юг, должны будут к этим остановкам ходить ножками. And by putting the B4 on Stillwell Avenue, they're going to be removing the B64. They're also going to be cutting the B82 back, so that's no longer going to come into Coney Island. And you know about the express bus changes, the X28 will no longer serve Seagate. Okay. And other than bus stops, I think I pretty much covered it all. Okay. Сюда пришли люди, которые живут на Брайтоне. Но есть очень много людей,
которых мы говорим, они наши, наши русскоязычные, там, ну, приехавшие из бывшего СССР, которые живут на Кони-Айленд. Ни для кого не секрет, что Кони-Айленд – это то, что я называю Merchant Desert, это пустыня. На Кони-Айленд, если человек живет, вот я живу в Сигейте. То есть мои соседи, которые добираются экспресс-басом на работу, 20, уже не будут иметь этого экспресс-баса. Они должны будут выйти, сесть на один автобус, доехать до остановки экспресс-бас. Окей. Люди, которые... Есть районы на Кони-Айленд, где трусы, если вам нужна, извините, пара трусов. Надо ехать куда-то.